Могу сам набить, дверь по самой бобрибо. Месса картула смукала кевар. Уже больше 11 лет. Но, к сожалению, у меня очень плохие новости. Вчера, 3 августа, в 15 часов 15 минут, случилось огромное человеческое горе, о котором вы знаете. Лавина воды с обломками деревьев и грязи полностью уничтожила жилища многих наших соотечественников. Но самое страшное, друзья, что только могло случиться, Грузия потеряла жизнь, многих своих граждан. А ведь нас и так мало. Потому что большая часть грузин, граждан Грузии, ищет свое счастье за границей сегодня. Горе, большое горе. Мне неизвестно, как и вам, досконально планы правительства, но я уверен только в одном, что во всех постсоветских странах все это происходит одинаково сумбурно, потому что жизнь человека мало что стоит. Пока нет демократии, так оно везде и будет. Да, у нас нет самолетов сейчас, нет вертолетов, нет техники, но я хочу, чтобы вы учли следующее. Многое будет сделано. Да, уже есть жалобы, не прилетели вовремя, не долетели. Но будет их еще больше. Но какое нам сейчас для этого дело? Сейчас мы должны объединиться, чтобы сделать... Для людей, вот как для себя. Потому что ни один чиновник на это не способен. Для него это работа. А для нас и для тех почти 90 тысяч сограждан моих, что зарегистрированы на нашем сайте, постоянно помогают другим людям своими душами, не только деньгами. Это работа души. Давайте на этом сосредоточимся. Примем всем сердцем проблемы каждого ребенка, старика, больного или травмированного стихией человека. Ведь никто за нас это не сделает. Поэтому давайте возьмем ситуацию, насколько можем, в свои руки. Мне нужны от вас советы, нам, в фонде, нужны от вас советы. Как и что бы вы сделали? Конечно, когда-то все будет по-другому, но пока вот так. Советы нужны. И я обращаюсь не только к тем гражданам Грузии, кто живет не в Раче и близком районе, а и тем, кто находится в зоне бедствия. Нам нужны ваши проблемы. Вы напишите на сайт, что сейчас вам нужно в первую очередь. Сегодня мы открываем счет для сбора средств. И все, кто с нами хоть когда-то работали, это почти 90 тысяч человек постоянно, а так это сотни тысяч людей. Все знают, что мы прекрасны, что мы отчитываемся за каждый тетрик. И мои деньги всегда участвуют в решении любой проблемы, помимо тех, которые присылают нам добрые люди. Потому что цель моего фонда, кроме помощи, это важно, но это открыть душу человека, чтобы он протянул руку помощи тому, кого он знает. И может быть никогда не увидит, и никогда не получит от него слова «спасибо». Потому что, как сказано в Библии, если ты помог такому человеку, которого ты не знаешь, и не получил это спасибо от него, Господь протянет тебе руку и скажет тебе спасибо лично. А уж да, как, Рогор Мохтеба, мы будем делиться потом, когда проблема мы решим проблему. Как Рогор рационально потратить деньги, которые мы соберем, будем решать вместе. Сначала надо понять, на какие средства мы рассчитываем. Можете не сомневаться, что мои деньги тоже будут участвовать в решении этой проблемы. Число погибших после оползня врача увеличилось на данный момент
Вот найденный шесть человек. Но это совсем не то. И я не верю никакой государственной статистике. Еще раз потому, что жизнь человека в постсоветской стране ничего не стоит, ни копейки. Может, важного чиновника? Да, простого человека. 35 человек не выходят на связь. Стекис зонида. Колосакатулаши ертерти саукетесо кавширием тел сабчота кавшир. Сваташорис. Амито местит кмис. Квела е садамияни. Саму дамударис дагаргули. По словам, вот геолога Мераб Гаприндашвилист кмит. Асети масштабис. Природного явления такого масштаба в Западной Грузии еще не было никогда в истории страны. Дремде армухтар. Если не считать землетрясения 91 года в Раче. Раджаши мумхтар мецис дурасарчамбрит. Роцам тели сопели. Сравнялось с землей целое село. Ну, это было. А что сегодня, это просто кошмар. И сейчас вы это все увидите тех роликов, которые я вам предоставлю, собрали мои сотрудники. На месте продолжается спасательная операция. Ну вот, как говорит правительство, в ней полно вертолетов и техники. Но оставим это в стороне. Пусть они делают свое дело. Вот. В Шове ряд сел отключено электричество, река смыла мостик и дорожное полотно, поэтому спасатели могут добраться в зону трагедии только на вертолетах, что усложняет задачи по поиску спасения людей. В данный момент зона опознанной двери стала расширяться. Но если это так, я каждый день смотрю новости всех стран. Ну пусть бы явило правительство, если только сейчас нет угрозы, чтобы... Все, кто имеет транспорт, поехали, и чтобы это была масштабная народная акция, чтобы искали, выкапывали людей, кто еще, может еще сохранить кому-то жизнь. Я сегодня пытался отправить туда своих сотрудников, ну, директор фонда категорически отказалась. Отправлять, потому что, говорит, если кто-то погибнет, меня посадят в тюрьму. Но я не знаю правил, какие существуют в Грузии, у нас не так много людей. Кстати, скоро мы будем собирать вещи, так что если у кого новые вещи, ну не новые, но чистые, постиранные обязательно. Есть ли они хорошего качества, не старье, потому что мы не старьевщики, вот. Вы потихоньку собираете. Я найду человека, который будет их принимать. Пока у меня такого человека нет, к сожалению. Я постоянно объявляю об этом. Подыскивая кадры, если кто-то хочет начать работу, мы ждем, и зарплата будет. Ну что, больше мне сказать пока нечего. Господи помилуй. Надеюсь, вы услышали мое сердце и будете участвовать в этой операции. Сегодня обязательно позвоните, если кто-то у вас есть взрослый, не говорит на помощь врачу. Узнайте, что там происходит. И обязательно сообщите мне. Всех люблю, всех обнимаю. Гражданин Грузии, Леонид Черновицкий.